Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Скромник, Фокси, Нига и Фистушня. Сегодня мы играем в Гаррисмод. Пацанчики, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас очень классная карта, мы будем играть в гонки. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Так, короче, сейчас я смотрите, что делаю. Я сейчас там вставлю вдалеке чумных докторов, и я быстро сажусь и отчитываю время. Раз, два, три, поехали. Димас, езжай, я не за тобой. Они так топают как-то стрёмно. Блин, я не могу теперь заехать. Нет. Нормально, нормально, едем. Блин, надо было тулдаун убрать. Не ссы. Так, они сзади. А не кажется вам, что мы когда начнем ехать туда, они начнут обходить и убьют нас с той стороны? Надеюсь, такого не будет. Это было быстрее аниматроников или SCP поставить. Блин, увели какие-то быстрые очень. Знаете, в чем прикол этой карты? Сейчас дальше будет сужение, и уже все там не смогут проехать. Да. Карта с приколом. Кто упал, тот лох. Сейчас Димас упадет. Да что за пробка? Китайцы. Блин, пацаны вечно все делают по красоте. Я впереди, лол. Да, конечно, они же тут такие водятелы. Давай, испорть настроение. Ой, блин, я как пьяный езжу, да что такое, еле выровнялся. Блин, серьезно. Догони меня. Да не смогу я, не смогу, они сейчас... Ой, блин, ребята, надеюсь, вам понравится и ролик поднимет настроение, ставьте лайкосик и подписывайтесь. Засмеялся? Подписался? Нет, подписался, какой обострался. Так, Серега, мы нормально едем. У кого-то микрофон как рация, да, такой звук? Так. Ого, они сзади, и тот, кто не успевает, тот просто начинает втыкать. Его убьют. Давай, наваливай, не зря я их поставил. Чтоб не медлили. Так. Блин, ну так скрипит как-то монотонно. Такая себе гонка, ну. Я должен приехать первый. Димас, давай. Давай, наяриваю. Я впереди еду, за мной скромник. А какой у тебя получается этот скин? Железный додик. А, железный додик, ты едешь спереди. А я сейчас буду так сокращать, чтобы, как всегда, ехать первым. Ребята, я же знаю все эти фишки. Давайте от первого лица. А кто там у нас в новом клипе летает? А, он, видно, все уже сдался. А, он это, короче, антигравитационный шар взял себе, заспаунил. А он проиграл автоматически. Ребята, вы зацепились друг за друга, да, или чё? Спасибо, скромник. Да еще ехать куча, блин, поворотов, вы еще догоните. Куда? Ну быстро назад, скромник. Ты куда это полез вперед, а? Все хотят же первый приехать. Серега, давай я тебя жду здесь. Победит дружба. Так. Да что вы так ездите стрёмно? Так даже не поверну, просто едет прямо и прям вниз. Мы алкаши. Я алкашихи. И мы передаем вам привет. Так, следующую гонку. Серега, какие следующие машины мы возьмем? Не знаю, ну явно не велосипеды. Да, велики, я так думаю, будет прям весело. Я думал, карта короче, она длинная. Ну ничего, балди наваливать. Это, знаете, посмотри, разминочная. Посмотри, кто нас ждет там. Ой, сейчас упаду. Где я? Вон, впереди. Мы уже сейчас поворачивать будем. Там уже... Они за нами! Фух! Блин, Серега, из-за тебя! Красиво отвлек меня. Так, скромник, не мухлюй. Да, он уже проиграл. Серега, мы с тобой тягаемся. Не, все, он это ему не засчитывается, он это выбывает из гонки. Серега не любит, когда нарушает, я тоже. Не можешь выиграть честно, проиграй нечестно. Я сзади одиночка еду, блин. Нет, фисташка, ты впереди, по сути. Скромник это мухлева, он засранец. А, да, ну ладно. Да, он мухлюет. Подожди, ты, Серега, первый едешь? Да, я первый. Фу, ё-моё, да блин, она... Я тебя не трогаю, Выиграет сильнейший. Все, едет, выиграет я. Едет и выиграет я. Не. Эй, блин, а что я так же сам упаду? Велики очень сложно управляются. Как алкаши ездят. Так, сейчас мы возьмем быстрее машины, и уже будет... Там у них каждый по 100 тысяч раз... Говно, я еще раньше думал, как ты едешь? Говно, блин!
Я тебя не трогаю, Димас. Я тебя тоже не трогаю. Блин, не туда! Сереж, да. Так, Серега, ты что, первый, получается, приехал? Да! Не! Да! Говно! Ладно, ладно. Все, удаляй велики. Ребята, ставим и другие машины. Димас, быстрее, сэк. Раз, два, три, погнали, быстрее, пацаны, они сзади. Едут, едут и бегут. Выиграет сильнейший гонщик. Димас, как всегда, впереди, засранец. Да, я воспользовался моментом, чтобы ехать первым. Подрезать не получилось. Знаешь, что сейчас, Серега, сейчас, когда начнется петля вот там разная, это будет смешно. Сейчас кто-то упадет, я отвечаю. Да, я даже, Серега, знаю, кто упадет, это ты будешь... Или я. Будет смешно, если фисташка стоит на первом. Да, а будет... Кабаку да? Тебе, Димас, не упаду я. Не? Нет. Я испорчу тебе настроение, но я не упаду. Ты мне настроение не испортишь. Я упал! Я вижу, ты валяешься там внизу. И фисташка упала. Да садись ты в тачку, ё-моё! Я наваливаю, Серёга! Тьфу, ё-моё, он медленно садится. Ну конечно, у тебя анимация же, надо сбоку... Ты спереди подошёл, надо сбоку подходить, тогда не будет анимации. А, там фиолетовые засранцы, фисташка, отстань! Я опять упал из-за фисташки. Смотрите, какая толпа там этих фиолетовых челиков. Подрезали кого-то! Скромника завалили. Таня, уже, я так понял, не только его валили. Иди твою дивизию, я в самый последний, короче, буду. Ну ладно, ничего, в следующий раз отыграюсь. Да, мы сейчас третью гонку запилим, по-любому, чтобы было веселее. Я поставлю очень быстрых аниматроников, придется так лететь. Почему заносит, а? Вот. Да не несет ничего вообще. Что ж такое? А кто такой, а кто на синей машине едет? Я. А, вот так вот, давай, испорти мне настроение. Димас впереди, а я последний. Я вижу, тебе еще очень далеко за мной ехать. Петля большая. Не, ну это уже не велосипеды, так что это хотя бы быстрее будет. Конечно, намного да быстрее. Да иди твою... Мама, да индодик. Да блин, нормально. Лагает. У меня есть отмазка, у меня лагает. А что лагает? Реально лагает, да? Компьютер, потому что старенький. Понял, понял. Я вообще без единой ошибки еду, вообще идеально. Конечно же, научился на этих машинах гонять. Конечно, пока. Я всю ночь тренировался перед записью. До записи. Да-да-да, всю ночь тренировался, сидел, думаю, надо по-любому научиться. А я в это время на работе был, в пиццерии. Видишь, годы тренировок дают о себе знать. Годы тренировок, ну что, один раз потренировался? Так, вот здесь вот, здесь, все, я первый. А, да какой смысл? Я уже проиграл, я по сути. Второй. Ладно. Ладно, давайте возьмем машину, которую сам хочет. Свободный выбор. О. Да, это будет самое интересное. Я, как всегда, возьму свою любимую тачку. Так, цвет. Ну и все. Ну что, Димас, готов? Да, я ставлю, ребята, очень много аниматроников. О, мы сейчас сначала их выключим, игнорировать, выключить ИИ. А потом включим резко всех. Ого! Давай еще парочку. Не-не-не, я, Серега, сейчас много сделаю, не переживай. Эта гонка будет очень жесткой. Страшно, врубай. Да не, не ссы. Я в машину сяду, потом включу их. Короче, как аниматроники побегут, это и будет три. Поняли? Да. Вот это их там сзади! Лох! Уже кто-то упал. Блин, я! Меня скинули! Блин, а как сюда залететь, если они меня сейчас замочат сразу? Ого, их толпа! Блин, они падают! Спадают вниз! Блин, Серега, они мне не дают машину поставить! Что за жесткие? Мать, аниматрониксы! Ладно, давайте и тут подожду, потому что так будет неинтересно. Так, едут, едут. Серега, ты на Airbot'е, да, струячишь? Да. Да блин, у меня лагает! Да не лагает! Лагает, у меня...
меня. Гелик, ну не влезайся, ты задрали! Ну что вы меня все сталкиваете? Это я. Жлоб. Чтоб не читерил. Ого, их там сзади. Пацаны, валите. Давайте их немножко подпустим. Кстати, мы с Серегой такие гонки еще ни разу, да, не делали, где они за нами гоняются? Чего я раньше не придумал такое? Не знаю, хорошая идея. Да. В следующий раз мы возьмем карту другую немножко. И заспамним столько много. Где, блин, я опять с кем-то упал. Я с чумным упал. Я угораю, когда... Три дебила — это мощь. Они могут в машине убивать или нет? Да, могут. Меня убили. Тогда ладно. Я никого не врезаюсь, я никому не мешаю. Я просто стою себе и улыбаюсь. Я хочу, чтобы они ближе... Ого, их наспамнил. Так, Фредди уже хочет со стороны водителя подойти и замочить меня. Ай, господи. Я уже 50 раз упал. А я угораю с того, что ты падаешь. Я тоже, Серега, 2 раза упал, но меня скинули. Да опять! Я только машину поставил. Потому что аэробот — это голимый транспорт. Я на первом месте. Нет, хороший. Не, я веселюсь. Ну давай, давай, синяя, тягаемся. Кто первый? Прощай. Погнали. На всю, просто все, что эта машина может. Ой-ой-ой. Ой, понесло. Нормально. Я тоже жульничал чуть-чуть. Раз уж так, то и я пожульничал. Не-не-не, нельзя, Серега. Чуть-чуть совсем, Димас. Не-не-не-не-не. Да-да-да. Прощай. Ты чуть-чуть пожульничал. Там не пройти, не проехать. Серега, твой аэрбот очень медленный. Чумной ты, говно. Нормально, наваливаю. Ого! Вот это гелика лупанул. Так, давайте, ребята, я предлагаю, пока мы стоим здесь на машине, и они бегут к нам, у нас есть время скинуть очень много бомб. Нет, я не доехал. Серега, ну что ж ты, как я. Димас, ну не бросай нас. Я почти... Ой, блин, сильно близко кинул. Хорошо, что я не доехал, потому что я бы сейчас от бомб сдох. Димас, ты слабенький что-то. Ой-ой-ой, да ты тоже. Нет, я в плане бомб. А. Сейчас я тебе покажу Кучкину мать. Может, в следующий раз надо было бомб на дороге наложить? Можно было, но мы что-то не подумали. Ну, в следующий раз можно запилить очень много идей. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!